Красноярске Московский окружной военный суд приговорил жителя Боготольского района Красноярского края к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы за приготовление к участию в деятельности террористической организации. В мае этого года молодой человек, которому 24 года, решил поучаствовать в войне на Ближнем Востоке на стороне Исламского государства. Он уже имел боевую подготовку и владел навыками обращения с оружием. В июне он вылетел в Москву, чтобы потом через Турцию добраться до Сирии. Однако был задержан в аэропорту, отправлен в Красноярск и накануне был приговорен к лишению свободы. Преследуя преступный умысел, он продал личный автомобиль, на полученные от продажи денежные средства приобрел авиабилеты. Осужденный был задержан 4 июня 2015 года сотрудниками ФСБ в аэропорту Внуково. В ходе следственных мероприятий он раскаялся в содеянном, признал свою вину и активно содействовал следствию, что положительным образом повлияло на решение суда в его отношении.